Ребят, продолжаем ходить по конференции, ветеринарной конференции. Зашли к компании Сузири. Вот, сейчас будем задавать вопросы касательно их продуктов, которые они здесь поставили. Здравствуйте. Добрый день. Рассказывайте, что у вас здесь представлено. Да. И можете рассказать за компанию вашу. Да. Меня зовут Борис, я ведущий менеджер ветеринарного канала компании Сузири. Здесь мы представлены на данной конференции такими брендами, как беззерновые ветеринарные диеты Брит компании Вафа Чехия. Провет – это наше ветеринарное производство, которое находится в Харькове. Мы, естественно, его эксклюзивный производитель, дистрибьютор. Дальше Гимберн компания, которая из Германии. Тоже оно представлено в данном случае линейкой пастами и витаминками для котов. И витамины Канина – это фармацевтические витамины компании Канина из Германии. Позади вас вы можете видеть – это шкаф с ветеринарными диетами компании Брит. И здесь также расположены витаминки, масло лосося и стики для чистки зубов для собачек. Скажите, вы компания, которая поставляет свой товар куда? Зоомагазины, ветеринарные клиники? Мы работаем со просто всеми... чтобы можно было понимать. Мы работаем со всеми категориями торговых точек, начиная от самых маленьких МАФов на рынке и заканчивая топовыми торговыми центрами, ветеринарными госпиталями и так далее. Также у нас есть свои сети зоомагазинов под названием Master Zoo. Это крупнейшая сеть зоомагазинов в Украине. Также у нас есть бренды, которые идут на экспорт. Угу. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то новинки, которые появились на полках уже магазинов или здесь вот на ваших стендиках? Конечно. Вы можете смотреть в данный момент на наше новое витаминизированное лакомство компании Брит. Вот под брендом Брит Витаминс они выпускаются. Для собак есть 6 видов. Это наша новинка. Они очень круто по поедаемости и по усвояемости. Сейчас мы делаем активное их продвижение, в том числе и на ветеринарных клиниках. Когда люди подходят, их можно не только посмотреть, но даже и понюхать. Да, интересно пахнет, хорошо пахнет. Да, более того, как мы всегда говорим, если вы не готовы попробовать свой продукт, значит, вы в него не верите. Поэтому мы даже для наших уважаемых гостей предлагаем не только понюхать, но и даже попробовать. Потому что мы уверены в качестве своего продукта. Круто. Так, хорошо, скажите дальше. У вас здесь команда. Сколько человек сейчас присутствует на данной конференции? Сегодня присутствует 4 человека. Это наш руководитель отдела по кормам собакам Ирина Ильина. Наш ивент-менеджер Казак Наталья. Наталья, будьте любезны в эфир. Кадр, да. Да, наш ивент-менеджер Казак Наталья. И также специалист компании Провет Светлана Савко. Но сейчас она готовит подарки для наших дорогих гостей. Поэтому в кадре ее нет. Хорошо. А с какой целью вы здесь присутствуете на конференции? Цели на конференции у нас всегда одна и та же. Показать себя, поиск новых людей для того, чтобы сотрудничать и расширение сотрудничества. Но конференция, как я полагаю, тут очень много было молодежи, которые с разных институтов, конечно, да, каких-то учебных, конечно, заведений. И скажите, когда они к вам заходят, подходят, что вы им предлагаете, как вы рассказываете о своем продукте, чтобы они, ну, по крайней мере, вы знаете, запомнили? Мы общаемся со студентами точно так же, как с практикующими ветеринарами, потому что мы понимаем, что каждый студент – это потенциально, может быть, даже гений ветеринарии, будущий ортопед или травматолог, или анестезиолог. И, соответственно, мы им презентуем наши продукты. Продукты точно так же, как и практикующим врачам, чтобы они после выпуска имели представление о том, что есть такая компания Сузири, есть такие бренды, как Брит, Гимберн, Провет, и что к нам можно обращаться как к надежному поставщику качественных ветеринарных товаров. Круто. У вас классная компания. Скажите, мы с Сузирием уже работаем достаточно много времени. Сколько компании ваши лет? Сколько она вообще существует на рынке? Компании больше 30 лет на рынке. Ее основали Потаповы, сейчас руководят компанией Полина Сергеевна, Алексей Александрович и Татьяна Николаевна. Круто. Вам спасибо большое за информацию. Мы с вашим продуктом уже знакомы, с некоторым не знакомы, но обязательно сознакомимся с новинками, которые у вас появились на стенде. Я не знаю, как у нас в магазинах появились они или не появились. Мы над этим работаем. Это мы уже позже узнаем. Конечно. Да. Ребят, у нас была компания Сузири. Вам спасибо большое за то, что нам рассказали о своей компании. Спасибо, что подошли. Свои продукты. Спасибо.